в бильярд, пока ребята не приехали. Ну, можно, правда, вообще без понятия, как я выбирать. Тоже не знаю, я только знаю, что черный шар должен быть посередине. А я знаю, что белым надо разбивать вот... Отлично, мне кажется, сработает. Держи белый. Сейчас, короче, я установлю. Я знаю, там какая-то точка должна быть, и типа туда нужно устанавливать его. Представь, что это здесь. А, нет, я видела, как это делают профессиональные бильярды. Бильярд это для мальчиков, мне кажется. Мы слишком глупые для этого. Ну, блин, что делать? Ребята еще надолго, мне кажется, в магазин. Вот, тут есть какая-то точка. Надо было, чтобы мы ехали в магазин, мы же все-таки девушки. Они пускай бы играли в бильярд. Что-то у нас есть время поболтать. Ну, да. Вот, так. Это нормально? Сейчас, только подожди, я возьму. Ки. Ты ходишь первая? Опа. Неплохо. Ну, могло быть и лучше. Так, сейчас же ты тоже, да, бьешь? Нет, ты не забила, поэтому я. Забила, да. То есть я могу выбрать любой шар, правильно? Нет, ты должна белым вроде как бить. Ну, я белым бью по-любому. Шар, да. Не знаю, попробую разбить эту кучку. Не знаю, так делают или нет. Кучку. Ну. Не получилось. Ты сделала мне, в принципе, неплохой тент, мне кажется. Как-нибудь. Я уверена, что ты сейчас не попадешь. Спасибо за поддержку. Ну, может, соперники так никак. Я пыталась. Он лежал не там, где я хотела. Блин. Это было почти. Это было достаточно близко. Блин, клево мы сегодня ночью потусили, да? Я как вспоминаю, как Эрик прыгнул в бассейн, это просто пипец. А когда Вик бегал там по всему... Короче, мои полосатые тогда получаются. Все не так плохо, игра пошла. Опа. Нет, наверное, лучше всё. Короче, какая-то непонятная история у нас получается. Да. На самом деле хорошо пообщались. Мне понравилось. Мне кажется, было... Блин, я задела шар. Интересно, ну, это считается или нет? Конечно, что это. Да? То есть ты ходишь? Да. Дурацкий, да. Мне кажется, сегодня тоже должно быть очень весело. Чего? Еще. Я говорю, должно быть сегодня очень весело, еще ребята приедут. Еще ребята? Да, которых сегодня не было. Блин, какая-то дурацкая игра, тебе не кажется? Ну, мне тоже. Не понимаю, вот эти шары, это не по мне. Давай забьем, короче, просто поболтаем, потому что это... Видишь, не получилось. Близка. Блин, вообще, расскажи, как у тебя...